После трагического инцидента с атакой турецкого истребителя на российский бомбардировщик, наша воздушная группировка в Сирии расширила боевые возможности самолетов. Су-34 впервые отправились на задание не только с бомбами, но и ракетами «воздух-воздух». Как подчеркивают в воздушно-космических войсках, это необходимо для защиты. Ракеты с модулями самонаведения, дальность до 60 километров. Возможность использования противовоздушных ракет специалисты считают одним из преимуществ этого бомбардировщика, который до сих пор не использовали. Все-таки его назначение уничтожать наземные цели. Но, как говорят специалисты, с расширенным боезапасом Су-34 не уступит любому истребителю, если, конечно, возникнет такая ситуация.